Жировки станут проще, а тарифы и суммы в них максимально понятными для каждого потребителя. Новую форму извещения на оплату коммунальных услуг презентовали сегодня в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Главное изменение – жировка стала двусторонней и более понятной. На лицевой стороне информация о собственнике и две таблицы. На них отдельно прописана оплата по субсидируемым тарифам и отдельно цена на услуги, которые пользователи возмещают в полном объеме, если превысили льготируемый объем потребления. На обратной стороне жировки данные по лицевому счету плательщика, тарифы и сумма общих расходов многоквартирного дома. Люди получат счет извещения, и они его могут увидеть всю квартиру свою. Если захотят посмотреть, что за потребление по квартире, в целом по дому, какие акты выполненных работ и на какую сумму, все это могут увидеть на оборотной стороне. В принципе, извещение стало более простое для восприятия, как было поручено объем тариф. И четкая сумма итого. Появится на обратной стороне и справочная информация. Например, телефоны администрации района или график проведения горячих линий. А вот рекламы станет меньше. Извещение нового образца формата А4, это стандартный альбомный лист, белорусы получат 15 мая.